Хотите остаться? Капитан, вы же знаете, что норму вылетов подняли до 30. Да, сэр, знаю. Я не могу вам помешать, капитан. Но разве вы не хотите домой? Господи, если кто и заслужил самолет до Флориды, то это вы. Но, сэр... Думаю, я... Шайнс и Хелмик. Как мне заснуть, зная, что я дома, а остальным подняли норму вылетов? К тому же я... не представляю, что мое место займет какой-то салага. Он в первый вылет сам погибнет, и экипаж погубит. Пришлют новую замену, и снова, и снова, и снова. Нет, сэр. Не могу я домой. Пока что. Сначала дело закончу. Так или иначе.